Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И ежедневные награды, естественно, забираем сразу же. Также переходим сюда. Так, серебряные осколки, телепорт, 4 штучки, неплохо. Так, 6 долларов. И мутаген мы с вами зарабатываем. Плюс у нас выполняются задания. Естественно, мы будем все здесь забирать. Так, что у нас? О, у нас даже в магазине как раз две колоды подоспели. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Мутаген, тетрадь по биологии, так, пицца, ну, сюрикены и 5 долларов. Слушайте, ребят, как-то не обрадовал меня этот пак. Ну-ка, давайте-ка посмотрим здесь, может быть, что-нибудь нам достанется все-таки. Так, 30 пиццы, 500 мутагена, вижу сзади карта, ребят, какая-то. И кто это у нас? Это у нас Микеланджело, фильм. Ну что же, хоть где-то нам повезло. Ладушки, ребята, и теперь самое интересное. Вот, ребят, смотрите-ка. Та-дам, я накопил себе на Синегами. Ребят, я, честно говоря, за нее не играл, не знаю, что это за персонаж, но вот хотелось мне почему-то именно ее приобрести. Поэтому я ее сразу же здесь и активирую. Специально ждал этого момента. Так, давай-ка наймем. Та-данс. Да, конечно, две звездочки серебряные, но тем не менее, ребята, у нее, смотрите-ка, кнут без пряника, да, значит, Синегами бьет кусаригамой в землю, а потом наносит ей удар по врагу с вероятностью 10% появится незаметность в течение одного хода. Это у нее, да? Так, и колыбель для кошки. Синегами раскручивает маятник с кошачьим глазом и бьет им врага. Увеличивает силу атаки на 10%. Восстановление 4 хода. Замечательно. Ну, вот это вот, ребята, я видел. Это уже будет анимение. Это демон там будет вылетать. Ну, в общем, ребят, я открыл, и это уже хорошо. Но я также накопил, ребята, да-да-да, мутагена себе на повышение, на ап именно нашего зэка. Поэтому, ребят, давайте сделаем это дело. Да. Ух. И вот у него, ребята, лазерный томагавк открылся. Это зэк бьет врага лазерным томагавком. Вероятность 20% блокировать способность на один ход. Ну что же, неплохо. Мы можем его даже немножко поднять по уровню. Но знаете что, я думаю, что мы, наверное, все-таки Рафа докачаем. До 70 уровня, да? Я думаю, что это будет самое то, что нужно. Так что, давай-ка навыки. Хватает, ребята. Ты-динс. Вот так-то вот. Он у меня 70 уровня. Ух, а дальше просто заоблачные, ребята, цены по мутагену идут. 13 тысяч. Криса надо будет нам еще прокачивать. Леу, ой, просто голова кругом. Так, поднимите уровень персонажа. Да, мы это сделали. Отличненько. Так, сразитесь в 10 боях, это все понятно. Нам нужно пройти сразу же серию испытаний. Вот здесь мы с вами, наверное, по-быренькому это дело сделаем. Я, наверное, здесь буду уже сам все-таки играть. Не хочу, чтобы мои герои тут пострадали. Хотя, в принципе, зачем? Нам здесь не нужно на 3 звезды, согласитесь, да? Так, давай вот так сделаем. Хоба, нормуль. Пропечатали, так, ну, Рафик. У меня малорик. Давайте вот так вот сделаем, чисто для понта. Поставим себе защиту, хотя нафиг она нам здесь не нужна. Но пускай уж будет. Так, и вот эту вертушечку от Лео, замечательную. Вау, хорошо, как он бомбит ей, ребята, просто шикарно. Ну что, один маузер остался, и, естественно, он уже падает. Все. А, нет, ребят, что-то я обрадовался, все каю. Нет, у нас еще одна волна, да, вот она самая основная. Так, давайте-ка вначале с бомбочки начнем. Попробуем замедлить. Замедлили, в принципе. Так. Ну что же, давайте атаковать. Минус маузер. Я думаю, что нам лучше, да, нейтрализатора нейтрализовать. Ах, не пробили. Так, мы, блин, провокации у меня пока нету. Ну, я, наверное, я даже не знаю, что мне лучше сделать. Давай вот этого уничтожим. Провокация была бы, я бы, конечно, встал бы в стойку провокации, ребята. И все было бы нормуль у нас. Так, этот исцеляется. Ну, я надеюсь, что мы сейчас все-таки короля крысиного забомбим. Ай-яй-яй. Ну все, с вертухана, ребят, он получает, да. Нормуль прошли, все отлично, все хорошо. Ревод сейчас заберем с вами и уже... Давай. И уже пойдем с вами, ребята, искать карты. Так, давай здесь заберем все, сбросим. О, Карайка, Эйприл, все отлично. Надо будет мне как-нибудь, ребята, конкретненько взяться за это прохождение там.
Но опять же, мне нужно побольше высокоуровневых героев. Сейчас пока нет туда понта даже суваться. Так, ну что, пойдемте сражаться в 10 боях. И будем искать с вами, я думаю, что Рокзара продолжим. Так, погоди, погоди, мне не это нужно. Мне нужно найти его, да. Как раз здесь 3 карточки мы откроем. Потом еще где-нибудь 3. И еще 4 надо будет. Нам 10, как ни крути, нужно, ребята, результатов. Кстати, да, что-то я, ребят, сейчас, погодите секунду. Хотел же... Сейчас, подождите секундку, посмотрим. Так, по-моему, здесь, да, или нет? Нет, не здесь. Кому-то я хотел поднять... так, 5-12, это не это. Или вот здесь, черт, не помню, ребят. Кому-то хотел прокачать скилл. Специально для этого копил все и забыл кому, ё-моё. Ладно, давайте искать железную голову. Тоже, ребята, хочу сделать ему 5 звезд, чтобы у него было. Так, как раз тут у него две колоды. То есть, грубо говоря, 6 попыток. 6 попыток, это очень хорошо. Так, 2 прошло. 3 выпадает. Замечательно. И еще 3. Там уже, смотрите, ребята, у нас скоро уровень, по ходу дела, будет. Ну да. Скоро, очень даже скоро, ребят. Но выпадет? Нет, не выпадает. Ну и ладно, ребят, было 3, а стало сколько? Стало 5, всего 2 карточки мы нашли. Так, подожди, нам нужно еще, ребята, еще одну карточку найти или вскрыть. Все, нормулька. Так, ну что, 3 задания у нас выполнено. Мы забираем, естественно, реварды сразу же здесь. Так, так. И здесь тоже забираем. Отлично. Так, сразу же приходим с вами вот сюда. В турнир обязательно, ребята. Как же без турнира нам? Так, и смотрим. Берем сразу по максималочке. Максималочка у нас тут и тут. Я думаю, что... Да, вот с этим, я думаю, будет немножко попроще нам. Тут 36 уровни, как мы видим. Поэтому я думаю, что начнем, пожалуй, вот так, 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 так. И вот так вот, все. Думаю, что разберем без всяких проблем. Немножечко поднимемся в ранге. Так, главное, чтобы никого у меня здесь не заколбасили. Ну что же, давай, Майки. Начнем, пожалуй, с тебя. Отлично, хорошо сработано. Так, нам нужно здесь... Давай-ка мы с тобой попробуем Криса ликвидировать. Не удалось, к сожалению. Ну, сейчас получится, смотрите. Опа! Змейка Вьюн очень хорошо сработал. Ну, Эйприл отхиливает. В принципе, это уже, как говорится, фактор, который нас не волнует абсолютно. Хопа! Блин, только лишь Эйприл мы повесили постепенный урон. Как-то мне это не совсем нравится. Давай-ка еще вот так бомбанем. Хопа! Черт, что ж так хреновенько-то у нас получается все. Ну что, давай ее тогда расстреляем, наверное. Да ладно тебе, не получается, да? Все, ребята, в принципе, победа уже здесь за нами. Будем сейчас их потихоньку разбирать. Роквелл, ну что ты выделываешь, что ты выеживаешься, я не могу понять. Все, я думаю, что маузеры свое сделают. Да. Замечательно, прошли идеальная у нас здесь победа. Соответственно, мы с вами поднимаемся по рангу. Так, у нас 865 мутагена зарабатывается, и мы с вами на 84 месте, а поднимаемся до 56-го. Ребята, опять на одну звезду меня уронили. Что ж такое, очень быстро тут падаешь. Не успеваешь дождаться отката на ПВП, как тебя уже тут же снимают. Так, давайте возьмем с вами... Лучше брать, где больше всего серебряных, чем золотых. Давай вот с этой... бригадушкой попробуем сразиться. Так, возьмем Бакстера, нейтрализатора, Паукуса. Да, в принципе, вот такая вот команда меня вполне здесь устраивает. Я думаю, что мы их пробомбим, прожгем этих упырей. Так, что у нас здесь? Ну, ничего особенного нету, ребята. Так что давайте приступим. Так, у нас здесь 2 Майка плюс Донни. Ага. Единственное, что вот это вот может нам что-то еще такого серьезного нанести урона, а в принципе остальные лопухи. Так, один Майк уже готов. Так, приступим, пожалуй. Ну, давайте с Карайки начнем. Так,
Что такое? Что ты? Ага, хиляемся, да, значит? Хорошо, хиляйся, а мы вот так попробуем. Оп, отлично. По идее, должна погибнуть на следующий ход. Я даже не знаю, стоит ли ей помогать. Ладно, не будем помогать ей, наверное, все-таки... Да, да, так все и получилось, ребята. Ну что же, паукус, давай, добивай. Нет, смотрите-ка, не добил, ребята. Нужно подхиливаться срочно. Иначе я боюсь, что у меня карайка упадет здесь. Так, ну-ка, Донни. Отлично, хорошо, пробили мы его. Давай-ка ему пыль в глаза. Ух, еще и атаку понизили. Вот, вот это мне не нравится, ребята, это массовый удар. Все, хиляемся, короче. Ну, тут, опять же, ребята, у нас идеальная получается победа. Никого мы здесь не потеряем. Это уже видно. Остался лишь один Рокстеди, который сейчас от всей нашей бригады получит таких звездюлей и упадет. Да, отлично. Ну что же, мы с вами продвигаемся дальше. У меня еще, по-моему, есть билетики на откат. Да, 10 билетиков, то есть это еще 2 дополнительных у нас будет боя. 865 мутаген зарабатываем и поднимаемся мы с вами на 29-ю полосочку, на 29-е место. Так, продолжаем. И кто у нас здесь? Давайте-ка посмотрим. 40-е уровни уже пошли. Ну, я вижу вот здесь вот еще 37-е, 38-е. Остальные, в принципе, уже за 40. 39-е. Так, ну, мы берем самых максимальных. Вот этих ребят. И набираем себе команду. Я думаю, что это будет у нас Шреддер. Хотя, подождите. Нет, да, возьмем Шреддера, возьмем Тигра. Также мы возьмем с вами Рафа и... Ну, давай так вот сделаем. И вот так. Все. Я думаю, что именно вот такой бригадушкой мы должны, в принципе, здесь справиться. Без потерь, ребят, без потерь. Хотя слэш здесь находится. Ладно, фиксим. Я ставлю, ребята, на защиту. Она нам не помешает, поверьте мне. Оу, хо-хо-хо-хо. Естественно, ребят, я встаю в провокацию. Уже, можно сказать, победа за нами. Так, Шреддер, давай-ка свой суперудар. Замечательно. Так, Тигр снимает защиту. Ну, не всем, но все-таки. Ну, что ты делаешь? Так, слэш. Я думаю, что ты готовченко. Да. Он за это поплатился. Ах, он подхиливается еще. Да? Ладно, давайте тогда бомбанем ракетами. Ты смотри-ка. Ах, да, ребята, я же забыл, что он у нас... Нет. В принципе, почему? Нет, не падай. Фу. Переключились они все-таки на Рафа. Так, ну что, Донни упал. Мы сразу же с вами, наверное, добиваем Лео. И тут осталось у нас кто? Крис упал. Ну и Рафик, естественно. Да, мы сейчас сделаем по-другому, ребят. Мы подхилимся. Это уже понт, естественно. Могли бы и добить его без проблем. Но, тем не менее. А, сейчас контрудар. Да, контрит он неплохо. Ну и Рафик его, естественно, добивает. Все, ребятушки. Еще очередная идеальная победа за нами. У нас, я специально так сделал, ребята, чтобы на следующий бой... Так, куда мы сейчас с вами? Я должен дойти до 2 звезд. Я дойду, дойду, ребята. Немножко не хватило, как-то вот ни туда и ни сюда. Так, смотри-ка, 36-й, 36... Странно, да? Вам так не кажется? Только что дрался с 42-ми уровнями и сразу же... 35-й и 36-й. Почему? Пока не знаю, ребят. Ну что, нам надо откатить всего лишь одну карточку. Всего лишь одну карточку. А мне бы не хотелось бы этого, ребята, делать. Слушайте, но я не знаю, есть ли смысл брать мне... Если мы бы успели... Нет, мы здесь, наверное, не успеем, ребят. Не успеем забомбить их, поэтому я буду воскрешать. Просто хотелось мне, конечно, чтобы у меня еще 2 боя было. Ну, а так получится только один. Ладно, фиг с ним. Зато мы перейдем на 2-звездочный ранг, и уже будет замечательно все у нас. Так, я поехал. Я когда-нибудь тамагав-то испробую, что он делает или нет. По-моему, не дойдет до этого у меня дело. Так, давай, да, вертушку, наверное, мы с вами сделаем. Только сделаем ее вот здесь вот. Давай, Лео, накати. Вообще круто. Просто круть. Все упали. Да. Ну что же, продвигаемся. Мы с вами уже переходим в двухзвездочную, да? Ну давай, давай, не томи. Да, ребята, в двухзвездочную лигу самураев. И мы продолжаем, естественно, сразу же. Так, у нас 9 откатиков, поэтому сразу же идем в бой. И выбираем самого сильного здесь
противника. Здесь они все абсолютно одинаковые, как всегда. Поэтому начнем, пожалуй, вот с этого. Так, так, я вот думаю, что, ребята, можно было бы, конечно, нам выступить с вами. Подожди-ка, вот таким составом. Только мы сейчас кое-что с вами сделаем, изменим. Мы сделаем вот так вот. Да, так будет лучше. Почему? Сейчас увидите. Раз, два. Еще два, да, четверо, все. Здесь мы проходим с вами нормуль, как обычно. А уже следующий бой нам придется сыграть с вами в четыре рыла. Или же взять какого-нибудь маленького. Так, ну-ка, давай защиту поставим себе. Дополнительную. Нормулька. Так, что ты, Майк, пляшешь тут? Плесулька. Это тебе не поможет, поверь мне. Я сразу встаю в провокацию. Все. И уже начинаем потихоньку бомбить. Хопа. Так, ну давай сделаем так. Предположим. Так, Бибоп у нас... Все, трупак. Отлично. У них еще пониженная, ребята, защита. Это говорит только об одном, что они будут сейчас просто тут рассыпаться у меня. Ты дыщ. Ну, что ты тут, дорогой ты мой? Ха, получил. Да, с Рафиком лучше не шутить. Когда он в провокации, когда у него срабатывает скилл на контрудар, то все, ребят, это просто погибель. Тем более у них, еще раз повторю, была пониженная защита. Ух, хорошо, идет как по маслу, ребята. Мы с вами на какую? На 60-ю позицию, да? О, даже на 53-ю. Замечательно. Ну что же, теперь я, как и говорил вам, мы берем самого слабенького здесь. Блин, самый слабенький вот этот вот. Но я не хочу, ребят. Я сделаю, наверное, вот так. Возьмем этого, этого. И двух еще нам нужно откатить. Естественно, ребята, я откачу Рафа, я откачу Криса. Ну и возьмем какого-нибудь Шалопея. Ну, пускай вот так вот будет. Фиг с ним. Возьму скидочку на то, что он у нас толстый, жирный. Поезд пассажирный и все-таки выдержит удары. Хотя все будут стопудово колбасить именно его. Они так запрограммированы, что нужно бомбить самого слабенького у тебя в отряде. Ага, ну-ка, давай-ка вот так вот попробуем. Получится, прокатит? Ну, ребята, ну... Фортуна просто мне улыбнулась. Мы прошли вообще все идеально, несмотря на то, что у меня здесь даже самый слабенький есть. Ха-ха, это вас уже не спасет. Хоть ты тут закритикуйся. Так, на, получи. И распишись. Ну-ка, бомбани его. Бум, ай-яй-яй. Давай так, с выпендрежем закончим. Да. Замечательно, ребят. Так, ну что же, мы с вами лигу прошли. Но это еще не все, ребят. Это еще не все. Я оставил еще вкусняшек. Так, на какую мы позицию с вами переходим? И это у нас 36-я. Замечательно. Так, а теперь дальше идем в бой. Да, в бой, ребята. И у нас испытание. Погоди-ка, испытание. У нас вот еще что, оказывается, есть. Так что... Надо этот шанс использовать. Здесь, ребята, все на автобой. Сколько мы там с вами? До трех максимум. А, нет, до двух даже. До двух дойдем. Да и то неизвестно. Потому что здесь у меня зэк. А зэк со змейкой в юном вроде бы не особо хорошо ладит. Так, давай дальше. Сколько мы там с вами получаем-то? Я уже забыл. Ага, 40 жетонов. 40 жетонов. Поехали. Так, ну здесь уже будет с натяжечкой у нас. С большой, я бы даже так сказал. Давай. Автобой. Бум. Да, тут будет только один зэк у нас работать, потому что остальные практически никакого урона не наносят. Но, соответственно, змейка Вьюн будет их сейчас всех бомбашить здесь. О, как хорошо-то получилось. Ну давайте, ну добейте вы уже его. Да, боюсь, мы... Так, отлично. Боюсь, в третьем раунде мы вряд ли сможем его победить. Но, тем не менее, ребята, я хочу попробовать, посмотреть. Вдруг прокатит, кто его знает. Но он там будет уже по два раза бомбить. Так, 60. Итого уже 100 очков мы получили, 100 жетонов. Давай, поехали. 60 тоже, как говорится, на дороге не валяется. Было бы неплохо, ребята, было бы неплохо. Но, по крайней мере, где у нас идет с кристаллами, с этими, с осколками, да, серебряными и золотыми, я уже дохожу до, короче, две... Попытки с серебром я прохожу. И первая, которая у нас идет с золотой, тоже прохожу. То есть на предпоследний, ребята, я затормаживаюсь. Даже на последний, так скажем. Да, на последний.
Так, нет, видимо, здесь нам ничегошечки не дано. Не получится, ребят. Видите, по два раза бомбит, плюс он мне понизил атаку. Соответственно, я ему урона никакого наносить не буду. И падает у меня зэк. Ладно, фиг с ним. Да, если бы у меня было бы здесь хотя бы два персонажа 60-х, мы бы порвали бы этого змейковьюна. Ну, а так, ну, не судьба, не сложилось. Ладно, все, идем, ребят, короче, с вами на испытание. И здесь у нас день Донни и космические странности. Ну, пожалуй, начнем с день Донни. Так, у нас разыгрывается Донателло. Я с удовольствием приму участие. Ну, здесь... Ах, приму участие. Я же забыл, что здесь у нас карты даются те, которые им благоразумится поставить, а не которые я захочу. Да, тогда мы здесь, скорее всего, далеко с вами не убежим. Ну ладно, будем драться до тех пор, пока не проиграем. В любом случае, карточка Донни нам уже досталась. Потому что вот эти вот самые первые бои, они самые легкие. Но тут 10-12 уровень. Сейчас мы это все дело с вами завершим. Отлично, так, третья волна, это у нас последняя. Кто же у нас тут? Ага, тут у нас все Донники. Доники. Ну, давай, пожалуй, мы вот с этого начнем. Он упал. Так, пум, валяется. Отлично. Можно было даже один раз бомбануть ракетами, и все бы здесь упали у нас. Ну что же, победа. Карточка Доника мне достается. Грубо говоря, на халяву. Так, а мы с вами двигаемся дальше. И тут у нас уже будут какие уровни? Так, у нас опять же Доник здесь разыгрывается. 25-е. Хорошо, это еще терпимо. То есть на следующем будет, наверное, 35. И так далее, по возрастающей. Падай. Готов. Отдыхай. Опять же у нас тут три волны. Так, Роквелл, голова. Давай так сделаем. Ах ты, смотри-ка, я думал, все упадут. Нет, не все, Роквелл почему-то выдержал. Так, и тут у нас красавцы стоят такие, да? На-ка, выкуси. Надо было Доника. Да, в принципе, сейчас мы его и снесем, чтобы он не подхиливал больше здесь никого. И Доник Космос тоже готов. Полетел там в замедленном. Матрица, елки-палки. Замечательно. Естественно, сразу же двигаемся вперед, только вперед, и никаких назад. Ух! Так, какие тут уровни? Уже 35-е, уже серьезно. Серьезная такая заявочка, но ничего, все равно мы здесь с вами опять же пройдем. Поехали. Тикс. Еще стоит, гаденыш. Так, бронированные тараканы. Так, ну что, у меня здесь, в принципе, они все 45-го уровня. Я думал, что у меня здесь есть кто-то такой более-менее высокого уровня, но нет, нет, к сожалению. Они все абсолютно одинаковые. Так, вторая волна у нас. Макмен, Эйприл, Грип. Его надо сносить нафиг отсюда, нечего ему здесь делать. Ненавижу, вот больше всего ненавижу, ребята, это грибы. Со своими массовыми атаками. Так, Эйприл, готово. И Макмен, нет, Макмен не упал, он крепенький малыш. Все, готов. Третья волна. Третья у нас волна. И здесь опять же тот же самый, ребят, состав. Странно. Хорошо, попробуем так. Ой-ой-ой, давай замедлим. Получится? Да, получилось. И волну. Так, теперь стреляет тигр у меня. И я думаю, что все падают. Нет, не все. Ну, а теперь... Ах ты. Ну, сейчас ты упадешь. Упал. Все, ребята, а уже вот следующий бой, по-моему, будет у нас последний, заключительный. Потому что... Если я даже и пройду с горем пополам, то дальше, естественно, не смогу пробиться. Донателло видение. Вот так вот нам досталось. И тут у нас, смотрим, 45-й. Мы практически, ребят, на равных выступаем. Ну, не считая того, что у них здесь по 4 звезды. Но я все равно буду пытаться. Опять же, 3 волны у нас здесь. Так, пошли крысы. Крысы пошли. Так, постепенно, вот зачем, блин, нужна... Мне... А, нет, есть, у меня, ребята, есть один хил. Это у меня Стокман. Так что, если что, придется воспользоваться его услугой. Главное, чтобы он у меня выжил. Так, нет, поддержим пока с вами до нужного момента. Волна нам еще пригодится, маузеры тоже пригодятся. На более там дальних уровнях. Так, вторая волна. Я сейчас посмотрю, кто здесь у нас. Ага, Роквелл.
Так, вот здесь вот, я даже не знаю, давай, блин, вот это вот будет провокацию стопудово включать. Больше, чем уверен, поэтому надо... Какой он толстый, а? Поехали, ребят, начнем. Ага. И давай маузеров вызовем. Е! Круто! Ну, у нас еще, по крайней мере, осталась волна, которая вешает постепенный урон. Ну что ты, а? Блин, заблокировал способность. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, опять же у нас тут доники. Давай понизим скорость, получится? Уху-ху, не получилось, ребят. Волна. Ну, волна более-менее сработала. Отлично, хорошо. Так, бомбим. Я думаю, что надо подхиляться. Давайте похиляемся маленько с вами. Все, сейчас, что ты тут? Ага. Свою волну тут выпустил. Этот свой шар выпускает и... разрубает. Хорошо. Оскорбление, значит, провокацию он сделал. В принципе, ребята, это была большая ошибка с его стороны. Хотя у нас даже Эйприл, ребята, подхиливает еще. Тоже не забываем об этом, поэтому тут вообще без проблем у нас все. Тыч! Ну, давай, блин. Летунок, вот зачем он это начал делать? Я не знаю, ребят. Слушай, ну он укрепился так неплохо, да? Крит, повышенный урон плюс повышенная защита. Довольно крепкий такой малый Донни стал у нас здесь. Ну, давай попробуем так его пробить. Ты смотри-ка, а. Эй-эй-эй-эй, аккуратно, аккуратно. Железная голова чуть было не погиб. У него очень мало было здоровья, но мы здесь вырулили. Все, дальше, ребята, просто нет смысла идти. Это я вам точно говорю. 55 уровень мне просто не одолеть. Как бы я этого не хотел. Хотя я очень сильно хочу, ребят. Ну, 55 уровень против 45. Ну это нереально, вы сами прекрасно понимаетесь. Поэтому мы переходим с вами во второе испытание, которое называется космические странности. И здесь у нас... Так, у нас здесь все связано с космосом, да? Только причем здесь токман, нейтрализатор. Ладно, фиг с ним. Эх, 10 уровни. Здесь, по крайней мере, ребят, смотрите, у меня практически все хай. Здесь можно, ну, хорошенько так уйти. Хорошенько, я вам скажу. Так, тут даже можно, ребята, ставить, естественно, автобой. На 10 уровнях даже париться не стоит. Так, и у нас там кто? А, этот. Медуза, елки-палки. Или как вот там, осьминог, блин, Джеффри или... Я уже забыл, как его величать, ё-моё. Ну, в общем, этот мутантик у нас появится. Да, вот он. Так, давай этих разбирать. Готов. Все, ребята, достается нам эта карточка. Слушай, я думаю, что и вторую волну, и третью можно тоже смело на автобое проходить. Никаких у нас... Джастин, конечно же, Джастин, ребят. Как я мог Джастина забыть, ё-моё. Давайте, здесь у нас уже карточка Стокмана разыгрывается. Поэтому на автобой, ребят, на автобой. Чтобы все это бенька. Жалко, здесь нельзя, знаете, как вот те уровни, в которых ты уверен на 100%, что можешь их пройти. Пропуск боя. Ну, чтобы вот это вот не смотреть. Было бы вообще замечательно. Так, поехали. Замечательно, все шикарно получается, ребят. И переходим на последнюю, третью волну. Тля получила свое. Почему-то вот автобой, ребят, я вот смотрю, мои персонажи всегда атакуют в первую очередь не основных врагов, а второстепенку, да? Вот всякую тлю по бокам, там еще кого-нибудь, а не самых главных, как типа вот Стокмана, Донателло. Так, ну что, карточку мы с вами получили, и дальше у нас нейтрализатор. Поехали. Тоже, ребят, я врубаю на автобой. Не буду здесь долго рассусоливаться. Пускай проходят по-быренькому, как говорится, это дело. Мы уже начнем с вами подключаться в бой, когда дойдем до 55 уровня. Там уже, да, надо будет думать, потому что... Погоди, что это у меня за коллектив такой бежит? Я не понял, я вроде бы выбирал своих хаев, а с какого перепуга у меня здесь тигр, стокман, голова, это моя еще... Старая бригада сохранилась, что ли? Надо поменять их, обязательно поменять. Что-то я такой смотрю, 45 уровень, я хочу до 55 дойти. Там уже, как говорится, переключиться в автоматический, в ручной режим и уже бомбить их всех здесь. Так,
Отлично, молодец, волну запустил. Воу, шикарно. Такие в разлет полетели. Ну что же, тут у нас, по-моему... Блин, ребят, вот-вот получим уровень, а. Блин, так хотелось бы, чтобы сегодня я его получил. Ту-т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 у. Ну что же, космический Рафик. Давай мы этих ребят отсюда убираем, а вот этих вот выставляем. Так, я думаю, что взять, наверное... Да, пускай будет Рокзар, фиг с ним. Так, ты смотри-ка, здесь будут два вот этих чурбана. О-оу. 45 уровня. Это, наверное, будут все-таки, ребята, не в конце. Это будут как босс. 100 пудов. К бабке, как говорится, не ходи. Ну что, повыделывались, теперь моя очередь. Бау. На, получи гриб. Несчастный. Ой-ой-ой-ой, зачем? Не-не-не. Вот это сейчас было глупо, ребят. Нажал, вот что значит, поспешил. Зачем я хил-то потратил? Он бы мне пригодился, поверьте мне. Тут ни урона, ничего, и я его просто профукал в холостую. Да. Хорошо. На. Ты смотри-ка, стоит гаденыш. И усом даже не поведет, чтобы упасть. Сейчас, ребят, разберем все равно их. Как бы они этого не хотели, как бы они не стояли здесь стеной крепко, все равно они все упадут. Один за другим, рано или поздно. Так, постепенку повесили. Готово. Отлично. Предпоследняя волна. Так, Джастин. Тут у нас Леонардо. Космос. Ладно, для нас это, ребят, не проблема. Ну, уже видите, да? Тяжеловато как-то у нас ребятушки разбираются эти. А ну-ка. Оп, Джастин, извиняйте. Прощайте. Было приятно с вами познакомиться. Не хочу я тратить суперудар пока, ребят. Бум. Так, Лео, что ты сейчас тут сделаешь? Воу-воу-воу-воу. Что-то новенькое там у него было. Из бластера, что ли, пострелял по мне? Так, и да, ребят, сейчас будут два вот этих вот брата-акробата. Два каменных голема. 45 уровня. Да, в принципе, должны мы с ними справиться без проблем. Такие, давай драться там, на руках борются-борются. Хоп, переключились, ё-моё. Так, оу. Хорошо ты начал, братуха. Так, ладно. Теперь моя очередь. Ну-ка попробуем, ребят, томагавк этот. Опа, неплохо прошили. И, пожалуй, я вот так вот сделаю. Я поставлю себе защиту. Так, добьем. Готов, сопляжуй. Ну что же, последний здесь охламон у нас остался. Я думаю, сейчас мы его и пробьем. Ух, добиваем. Все, ребят, без проблем. Сосунки. 45 уровня. Да. Так, нам кто здесь достается? Я уже подзапамятовал. Карточка какого-то... Ага, да-да-да, именно Рафаэля Космос. Ну, а мы с вами идем за Майком. Подожди, у нас же там Майк космический? Нет, ребята, Лео, Лео. Погнали, 55 уровни. Фух! Вперед из песней. Так, ну эти роботики для нас ерунда. В принципе, ничего страшного здесь нету. Готов. Ну-ка, давай ногти. Оп. Стреляет он там. Ха. Добивочный. Так, сколько здесь волн было? 3 или 4 будет? 4. Мы только на вторую с вами перебрались. Так, наверное, вот с этих ребят мы начнем с вами. Ага, готово. Нет, не пробьем. Не пробьем. Можно сделать вот так вот. Есть. Ну, остальное, в принципе, ребят, тут ерунда. Будем вот так вот разбирать с вами. Так, главное, чтобы Рокзар у меня остался хотя бы в живых. Хотя он мне не особо-то и нужен, честно говоря, здесь. Но все-таки. Третья волна. Хил у нас здесь Леонардо будет, ребята, так что не стоит об этом забывать. Грибочки, да, значит? Надо от них, ребят, избавляться как можно быстрее. Сейчас начнет дурковать, блин. Второй, что там делает? Повышает, ребята, у ворот на всех. Этот синий гриб несчастный. Но мы все-таки пробиваем. Тут промахнулись. Так, я не буду, ребята, ничего здесь тратить. Я рискну все-таки так, своими силенками пробить. Отлично.
Ну, все-таки, ребят, пробиваем 50 уровня враги, мы их пробиваем. Причем даже без особых каких-то там проблем. Ну, этого вообще сейчас просто ухоркаем. Отличненько. Последняя волна. И... Армагон. Так. Раф. Донни. Погнали, короче. С кого начнем? Ну, давай с Донни. Раз у нас усиленная атака по нему идет. Так, защиту понизили. Давай-ка вот так сделаем. Бум. И поставлю-ка я себе защиту. Замечательно. Ох, сейчас Рафик начнет веселиться, чувствую. Замечательно. И давайте вертушечку на добивание. Ты смотри-ка, а. Армагон, хорош, 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 говорю тебе, блин, а. Не послушался меня. Ну, и за это и поплатится. Так, давай с вертухана. Пробьем же. Да. Слушайте, я уже не знаю, следующий-то бой нам стоит суваться или нет. Там уже будет, наверное, очень жестко. Так, карточка Лео нам досталась. И здесь у нас майки. Карточка майки. Ах, у меня, ребята, и сыр, к сожалению, закончился. Так, сколько нам с вами... Оу, Леонардо Космос. Ребята, ну это же круто. У нас с вами открывается новая... новая карта. Нет, новый герой, ребята, открывается. Это Леонардо Космос. И, естественно, я его нанимаю. Отлично. И смотрим, что у него здесь. Изящное оружие. Первая ступень, конечно же. Лео атакует врага сильнейшим ударом. Вероятность 10%. Уменьшить меткость на 50% в течение одного хода. Слушайте, довольно неплохо. Правда, вероятность маленькая, но на 50 снизить меткость — это очень круто. А вот, ребята, видимо, и бластер, да? Клянусь кольцами Небулона. Лео демонстрирует определенный талант владения бластером, прежде чем поджигает врагов. Вероятность 15% увеличить скорость на 50 в течение одного хода. Опять же, неплохо, да, ребята? Маленький, конечно, шанс, но на 50% увеличение скорости. Оу, круто. Ну, а дальше там уже какие-то комиксы, херомиксы. Смелый и дерзкий план. В общем, все это мы с вами посмотрим обязательно рано или поздно, когда прокачаем всех наших персонажей. Долго, конечно, ребят, все это будет, как говорится, не за день Москва строилась. Ну, также у нас потихоньку, полегоньку. Так, у нас, кстати, Майкл на подходе, да? Рокстеди, я смотрю, на подходе. О-оу. Так, ну, до Сплинтера мне еще... долговато, кстати. Вот Леонардо ролевой тоже через 6 карточек уже у нас появится. В общем, еще попотеть придется нам. Так, у меня 12 тысяч мутагена. 12 тысяч мутагена. И что мы можем с вами за 12 тысяч мутагена приобрести? А ничего, зато мы можем с вами вот так вот сделать. Пицца у нас есть? Есть. Давайте крутить. И... бау! Кейси Джонс из фильма. Замечательно. Так, пицца еще есть, поэтому давайте еще крутить. Поехали. Ну, стопорим. Не люблю, ребята, долго крутить барабаны. Обычно сразу запускаю и сразу же останавливаю. Некоторые там любят что-то по 15 минут сидеть, сопли пожевать, что-то. Зачем, не знаю. Крутанул, нажал и все. Ну, Донни, одна карточка. Да, выполнил, ребята, здесь я задание. Так, ну вроде бы как и все. Зайдем сейчас в магазин, посмотрим, что у нас там по предметам. Так, сколько у меня этих? 335, естественно, нам ни на что не хватает. Тут очков у нас 43, тоже ни на что не хватает, ребят. Так, а кто у нас в ближайшее время здесь может быть приобретен? Да, по-моему, никто. Все очень и очень прилично стоят. Даже не знаю. Вот у меня следующая задумка. Или ее, или его. Кого приобрести, даже не знаю, ребят. Или же вы. Хотелось бы, конечно, еще лисицу. Но 70, блин, карточек, 70. Ну, зато она прикольная, мне нравится. Так, за бабосики мы можем с вами. Ну, сколько у нас там денег? Денег у нас достаточно, поэтому я скупаю. Ничего страшного, ребят, накопим.
Ну и, пожалуй, на этом я буду, наверное, завершать, ребята, свой видосик. Сейчас кому-нибудь еще уровень поднимем. Так, сможем? Ой, что я делаю? Что я делаю? Не то, ребят, не то. Да, хватает. Фух, ну а на этом все, пожалуй, ребятушки. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока и удачи. До новых встреч, ребята.